Как найти своего человека? Это вот обычный вопрос. Создают дейтинговые приложения, и все время у психологов спрашивают, есть ли какая-то секретная формула, значит, чтобы пары друг с другом мэтчились, и у них был идеальный союз, возникал сразу. Ну, правда состоит в том, что все мы очень особенные, уникальные, и нету волшебной формулы, которая позволит вам найти своего партнера. Но есть важная вещь, которую очень нужно понимать, если вы хотите быть счастливы в отношениях, если вы хотите сблизиться с другим человеком. Вы должны прежде всего понимать свой собственный психологический тип. Вам нужно понимать самого себя. Это начало, потому что до тех пор, пока вы не понимаете, от чего вы будете по-настоящему счастливы, вы не найдете счастья. Поэтому рефлектор вы, конструктор или центрист – это принципиально важно для понимания. Вы, скорее всего, будете очень гармонично сочетаться с представителями вашего типа. Конструкторы с конструкторами – просто замечательные архитекторы отношений. Центристы с центристами – суперкоманда отношений. Рефлектор с рефлектором – это фейерверк эмоций, чувств и переживаний. Вот. Хотя дальше начинается масса вопросов, потому что где-то конструкторам не хватает яркости рефлекторов, и в этом смысле вы можете очень друг к другу подходить. Где-то к центристу не хватает упорядоченности, которую может дать ему конструктор. И на самом деле в каждом человеке, вот как в каждой комбинации можно найти такое соприкосновение, при котором представители разных типов будут чувствовать себя счастливыми в отношениях. Но для этого нужно прежде всего понимать себя. Начните с этого. После этого вы увидите, что вокруг вас по-настоящему другие люди, думающие зачастую совсем по-другому. И, может быть, среди них есть тот, кто вам подходит не просто как человек, но и как психотип.